Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию финальную серию по сборке и покраске автомобиля Кугуар от фирмы МЭН. Модель очень интересная, достаточно хороший набор, много деталей. В сборке очень понравился, хорошая стыковка деталей. Да и сама модель очень эффективно смотрится. Модель очень большая, но пришлось с ней изрядно поработать. Немного неудобно ее вам показывать из-за ее больших размеров, но попробую аккуратно повертеть. Пигменты использовал Model Lab и Amamic. Светлые песочные цвета. Хочу порекомендовать ее, друзья, для сборки. Получите массу удовольствий. Ну, в сборке трудно было, конечно, работать со стеклами. Сделать маски. Больше всего боялся снимать их, чтобы ничего не затекло. Ничто не испортило стекла. Ну вот так вот, друзья, автомобиль получился. Кому интересно, вы можете просмотреть фотографии после видео. Там будет, конечно, все лучше видно. Вот, друзья, в целом набором очень доволен. По пятибалльной шкале можно ему твердо поставить пятерочку. Набор самодостаточный, да и сам автомобиль получился довольно красиво. Я результатом доволен, стекла специально не припылял. Так как экипаж их всегда может перед выходом протереть, чтобы улучшить свой обзор. Только немножко припылил задние стекла, но это не очень сильно. И выделил одно из колес задних. Оно как бы более новое. Как будто произошла замена колеса, и оно более свеженькое. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать данное видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья!